Вы здесь взяли. А теперь мы делаем такую штуку. Смотрите, я сворачиваюсь, но ногу не убираю вот сюда поперек его тела, а выставляю, как вот я, помните, говорю, книшил так называемый, да? То есть это такая оборонительная позиция, при которой человеку тяжело к вам подойти. То есть вы расцепляете ноги, сворачиваетесь, вот сюда ногу ставите ему в бедро, выводите колено и вот сюда. Видите, вот такое положение получается. Вот. И отсюда ему как бы тяжело работать, потому что ему мешает колено, ему нужно его убирать. Вот эта нога в бедро упирается, то есть он в таком положении вообще неудачном. И плюс я его еще тут как бы натягиваю на себя. Вот. И отсюда достаточно простым движением, что я делаю, мне уже не нужно там вставать на локти или еще что-то. Что я делаю? Смотрите, я вот этим местом поддаю ему вот сюда вот под подмышку. То есть я встал, и для того, чтобы вперед, эта нога также уходит вниз. Вот, и я поддавая ему голенью подмышку, я его переворачиваю. То есть такой как бы вариант scissor sweep. Чем хорошо, тем, что вы можете как бы выждать момент. То есть если при обыкновенном scissor sweep очень часто Андрюха особенно делает, да, он начинает бороться, и он делает очень быстро. То есть там раз, хуба, и вот так вот он чаще всего делает, да, Андрюха? Ну, то есть быстро, для того, чтобы это сделать быстро, потому что если вы здесь застрянете, вот в этом положении, у него будет достаточно много, да, возможности ваше войти. Потому что нога, колено опущено вниз. То есть ему зажать бедро ваше, да, если проконтролировать, он сможет вас обойти. Вот. В этом же положении ему тяжело это сделать, потому что вы его, видите, контролируете. И в тот момент, когда вы почувствуете, прямо в ту сторону пошел, вот туда, в ту сторону пошел, оп, и вы его и запускаете туда. Это такое очень хорошее положение для того, чтобы именно обороняться, выждать момент, не дать ему пройти, а войти вас, выждать момент и перевернуть. Да, можно вдохнуть даже. То есть раз, дальше расцепляем ноги. Теперь я сворачиваю, делаю приветку вот сюда, ставлю ногу во вторую на бедро, но колено увожу вот сюда. Все, ему здесь на самом деле реально неудобно. Что бы он ни делал, он под вашим контролем. Вы держите отворот, вы держите рукав и ногами упираетесь ему в таз. Даже если он там начнет подниматься или еще что-то, да, ему очень тяжело здесь что-либо делать. И вам достаточно махнуть рукой, вот этой частью ноги дать ему подмышку, он переворачивается, да? Еще раз, последний. То есть раз, оп. Вот ваше начальное положение. Да? Все. Далее, когда вы начнете делать, особенно хорошо, если он в ту сторону пойдет, это для вас вообще будет хорошо. Но сейчас отсюда сделаем. Ногу опускаем опять так же, а вот этой ногой, вот этим местом поддаем ему подмышку. Вот туда. И все, и так же переходим сверху на армбар или еще что-то.